Краевая телекомпания свое ТВ и вставляет. Детская воспитательная программа. Лёпа. Здравствуйте, мои юные зрители! Меня зовут Лёпа, и я волшебник-мультипликатор. Сегодня я снова решил порадовать вас удивительными мультфильмами от моих друзей. Это пластилиновая анимация, над которой ребята трудились долгими неделями. Надеюсь, вы по достоинству оцените их работы. Первый мультфильм, который вы увидите, посвящен теме танцев. Забавные динозавры исполняют сложные трюки на танцевальной площадке под зажигательную музыку. Итак, приятного просмотра, ребята! А теперь, мои юные зрители, вас ждет короткометражный мультфильм на тему автогонок. Вы когда-нибудь видели гонки на пластилиновых машинках? Если нет, то этот заезд специально для вас. Замечательное противостояние нескольких автомобилей было создано ребятами за 7 занятий при помощи техники покадровой анимации. Итак, смотрим. А сейчас вас ждут захватывающие трюки от шустрого тигра по имени Коготь. Он продемонстрирует мастерство владения скейтбордом и свой непростой характер. Приятного просмотра!
А теперь вас ждут увлекательные короткометражные ролики на тему молодежной культуры. Вы познакомитесь с такими направлениями, как брейкданс, скейтборд, электронный танец и битбокс. Давайте же скорее узнаем, чем интересуется наша молодежь. Смотрим мультфильм. I see her eyes, look into my eyes, and I realize that she could see inside my head. So I close my eyes, thinking that I could hide, disassociate so I don't have to lose my head. This situation leads to agitation, but she cut me off. Вот и подошел к концу очередной выпуск детской развлекательной программы «Лёпа». Я рад был поделиться с вами мультфильмами и желаю вам отличного настроения. В следующем выпуске вас ждут новые мультфильмы. Оставайтесь с нами, ребята. Пока-пока. Краевая телекомпания свое ТВ и вставляет. Детская развлекательная программа. Лёпа.